Ну, пока все. 100 долларов. Угу. Вот пью сразу. Протанчик за эску. 10 тысяч долларов. Ну это потом вы так в ЛФГ будете просто с память сидеть. Реклама. Ой, блядь. Рекламу свою. Уже боюсь. Пошляшки трясут. Поебал ты в натуре. Еще пару раз и замутаю до Нового года. Бля, пиздец, ну завязывай в натуре с этой залупой. Это уже вообще не смешно. Ёбаный рот, каждая РТ это хуйца, бля. Вообще весело, нет? Пиздец, смеюсь, не могу. Не говорите ему, что можно ее выключить. Не весело вообще смотреть на челов, которые сюда уже который месяц ходят. Второй. Челов. Да, вот от этого. Полтора, да, я бы даже взгляда. Так. Ты будешь заходить? Кто? Да. На Сатирус. Ну, только если печеньку буду ролить. А, типа анролом, ты думаешь, тебе кто-то да ее... Не дает? Анролом, да я готов даже за ГП. А ты у тебя вон второе окно? А? Он у тебя второе окно? Нет. А, ну тогда забей. А чё, кто ролит вообще печеньку? Вот киньте ролл. Много народу. Ну, я, наверное, заберу на пристав. Да вы, господи, там все ролят. Вроде. Ну вот кто кинул ролл, смотри, кто по приору и говори, если выше, то оставайся, если не выше, зайдешь. Смотри, там выше понятно. Него, в Шоудмейден и Джесси. Вы забираете? Шоудмейден кинул ролл, вроде. Так, одного моба не пулит для ДК. Крест поставил. Да, забирать Шоудмейден. Можешь спокойно заходить. Сейчас на кого пойдет, блядь, там ГП. Все, уводит. Хилим, хилим, танк. Под кливом не стоим, если чё. Короче, забирают у тебя печеньку, да? Я бы за ГП с паладина паролил. Ну, считать невероятно. Да-да. Да пускай роли. Стартовый ГП для начала, да, и можно вдвойне. Не, ну просто, если ты хочешь видеть быстрее босс, или зачем ты хотел вообще зайти на плане? Он разбойник в рейд просит. Просит, чапчик. Я не хотел. Я предложил. Ну и для чего ты тогда по пофигу? Типа надо печеньки на ретрика гранолику. Ну нет, брать. Как за мейн ГП нет. У первого статика было несколько месяцев. Мы убрали за СО, когда уже захотели за ролл забрать. Те, кто успел за ГП забрать, те забрали. Это до приора не было. Только пришел. Забрал бы за ГП, забрал бы все. Даже без приора. Ну да. Хорошо, манете? По-братски. Так, короче. По летунам. Винстон. Эрис. И Текст Джесси. Черри, Перис, Винстон. Кресте, соответственно, Джесси, Текст. Я хилю череп. Камушка будет хилить. Крест, летунов хотать. Стоять под крестом где-то на третьей фазе. Понятно, да? Тель на рейде посередине как-то. ГКЕ там чуть позади, чтобы доставать танков. Либо, я не знаю, бегай в ком-то. В одном, в засчитании или в ЦТЛе.
Главное, чтобы не уже на ФК стояли. Соответственно, начинает Shield Maiden. Горец. Или Горец начнет, пускай лучше. Вот. По хилам сейчас сразу как встать. Полипал за спиной, как смотреть на босса. Я встану перед лицом. Камушка встанет справа, цитаэль слева. Можно уже расходиться. У нас проблема. БДК не умеет хилиться в мобах. В смысле? Когда он до этого хилился? Он рофлит. Нахуя регипей научится? А зачем ты сейчас пульнул? Делать нечего. Бля, я его не убью нахуй до завтра. Ну ты можешь бой повесить кому-то этим. Не хильте его. Короче, нам все равно заносить придется. У нас один пал. ГКЕ. Станешь сзади босса и подойдешь на середину вот этого среднего круга, чтобы треть ауры доставать максимально много людей. То есть метров на 5 сделаешь шаг внутрь круга. Чтобы у тебя в ренже люди появились. В принципе, все. Тотемы одни. Резист. Кто может поставить? Тексти, поставь листик. Я поставлю лед в центре. Очищение. По диспелам. Эрис диспелит вторую пати. Преста диспелит свою пати. Я диспелю хилов. Эрис потом свою додиспеливает. И я ей помогаю. Эрис вторую свою, пресс свою, я свою и хилов. Вроде все. Заносить главное надо будет один дебаф мирезону на 73%. Назвал ник. Задаю отсчет на пулы в медведя. Под лицом сейчас милики не бежим, сбоку подходим. Там же третий танк был еще, не? Или вы решили отказаться? В смысле, войд? Так а хули он стоит в мелизоне, блядь, и охране. Мобов бьем, РДД разворачиваемся. Войдик, дорогой мой, смотри, зайди сейчас двух танков там. Лупим их, если они близко подходим, встанем. Алло, РДД, мы слышим меня, блядь? Угу. В мишку зайди. И нажми там. Молодчинка. Камушка, я тебе, по-моему, сказал встать правее. Сейчас в начале фазы. Ты потом сместишься к кресту. 3%. 2%. Мы за ГКЕ там. На пульте мы видим. Чуть-чуть не появился. Это что? Что? Это... Перефаза, блять. Кирилл нахуй. Таунти будет. Это все тут пизда. Да падай, Николай в соло убивать, трёхали. Блядь, Кирилл, нахуй, при перефазе, нахуй, с первой на вторую я фазу. Я бегаю подряд, я уже, блядь, проебал, когда там фаза, нахуй. Блядь, я тебе два раза сказал против. Да. Да. Нет, не баф, ни хрена. КД, блядь, не посмотрел на ФП. Просто таунти по КД до третьей фазы, чтобы у нас три агра были одновременно. И все. Сервер? Нет. Так, никого. Камушка встала. Давай, у нас рез.
Ты просто чаржишься в босса, и все, и убираешь руки нахуй от твоей САД, блядь, и долбишь его клавишами, таунчишь по КД, все. На третьей фазе убираешь руки от клавиатуры и бегаешь просто за танком другими. В них. Ты ничего не упало. Тервак не упал, не? Ну, у кого-то, походу. Рокси упал. Верим в рассказы про Дудос. Где поставки, твари? На X1 получается. Дудос головного мозга. Да. Забей, сейчас я проебался. Просто бегал, пока да, я уже на хп босса не посмотрел, что надо было выносить. И начал выносить вместе с Холипалом. Зачем-то, блядь. Вы там просто орете какую-то агро, не агро, блядь, непонятно что. Не та инфа нихуя. Кирюш, не та. Дорогой мой, я тебе два раза сказал на 5% и на 3%. Вот. Давай, тильт, заходи там, пробуй. Это вот. Меняйте точку доступа. Можно уже резаться об инст, если что, заходить. Эминент, прими сумон. Забагался, походу. Релаюсь. А, нет, прокси опять отлетел просто. Началось, блядь. То есть это либо вайп, либо люди бы вылетели, да, половину рейда во время пула. Вообще хорош. Так надо срочно задонатить кузню себе. И уголь. Срочно бежать, донатить все себе. Черная пятница, пацаны. Срочный донат, срочный донат. Да, поддерживаем такой сервер. Пиздец. Вам на голову срут, а вы, блядь, платите за это. Щитан, не лови дебаф, тоже вот ты умер, вот за земля еще. Как ты его вообще поймал, блядь, ты же не милик. Да, ну это ладно, так-то да. Не надо щитовать из центра, на тебя может кинуться дебаф, который выносить тебе надо. Джесса поставил. На вульпере? Ну хуй знает. Ладно, ладно. Ну чё вы там будете пытаться заходить как-то? Или у вас везде недоступно? Кто там стеклянный, тильта? Какие-то признаки жизни. Там магика ХМ собирают. Полезно, полезно. Самое время. Честно, больше туда сходят. Угу. Какая здесь еще вышла, что ли? И
вытащит. Ждем, как вам зайдет. Всем не быть готовы. Готов, Винстон? А, и отсчет. Акулы. Не Бог, пьем. Ты что ты делаешь? Так, 84%. Следующие надо будет занести одну. Камушка, выноси тильт, выносит. Камушка под босса. Ну быстрее, 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 быстрее. На пол мишку. Пиво, что это? Он живет. Ладно, 12%. Да, да, да. Что ли, далеко? Нет, просто ДК решил подняться зачем-то. И вот он оказался ближе, чем я. Давайте фазу. Чё, мы Геру давать будем? Да. Кто там ближе к ШП, ресните его. Джесси, Тексти, Хоты, напоминаю. Камушек. Я, Винстон, Эрис. Взлетаем. Что? Это я мам, я так понимаю.
никто не вынес сейчас, блядь. Там всего два кастера, либо Преста, либо Хэтима. Кто-то из них. Упали. Диван можно скинуть. Где-то на дальнего, на меня. На ком-то есть диван? Нет. Ну, было вроде камушка, и Бьюзбис нет. Да, мне нет. Точно было, но и мне нет, и ну, на ком дальше не знаю. Но я у меня в радаре никого не было. Я не смотрел, как вы уносите, мне там не до этого было. Вы сами должны смотреть, блядь. Вот кто вас убил, назовите мне просто человека, блядь. Да, блядь, не показывает нигде нахуй этого. На тебя он не вешается, можешь не забивать. А кто крест хилит? У меня весь рейд, блядь, в яде, нахуй. Там убить попробую беспощадно еще среди этого. Записи нет ни у кого? А, стоп, этот дорогой Шильдмейден, кинь-ка это, ссылочку на стрим, пожалуйста. Я не стримлю, я спой, не сижу, там битрейт падает. Да, блять. Кто уебал ты? Я смотрю по чату, я вот ху пойму, блять. Урон по врагам. Ой, по союзникам, наверное. Да там не работает. Нет, там не работает. Это говно, блядь. Сидит хуйня, молчит, блядь, не признается. Пиздец, блядь. Да чел, может, даже не знает, что он ебал. Там еще так, как, так красиво, там, блядь, идеально с миликами соединилось, блядь, и всех миликов уебал. Прям кайф. Какой удар, ты просто кастую на третьей фазе. Так. Почему у меня умирают люди в вихре, блядь, в кресте? Это после уже было этого. Нет, потому что нет, нас возле... никто не хилил. Да, вихрь он убил просто. Смотри, где умерла камушка. Кому я говорил крест хилить? Вот эти двух хантов. Все еще на 100 севера усилки в хп. Ну вот за двух хантов. Кто там еще без фласки у нас? Ладно, мы же кончились. О, а что просто на этом господа? Слышишь, нет? Чё еще раз? На подхил подниматься нельзя на секундочку? Ну нахуй секундочку, ну ты вот видел, ты поднялся. Ну мне какая-то хуйня прилетела на 82 тысячи, у меня был подощение. Я думал, шаг сделал, чтобы меня подхилили. Не знаю, обычно ДК там сам хилится, стоит спокойно. Я в прошлый раз хилился спокойно, говорю, какая-то хуйня прилетела на 82 тысячи. Ну ты смотри, как ты выбегаешь, чтобы не был человек за тобой. Тебе достаточно головешку показать из-за ступенек там наполовину, и тебя уже будут доставать хилом. Я на одну ступеньку хотел поднять. Не знаю, почему тогда умер Прист.
Он выносил метку в этот момент и оказался дальше, чем ДК. Ну, видишь, совпадение какое. Че, обоим вам тогда дать? Или что? Ты должен сам хилиться, я не знаю, куда ты там поднимаешь, все, это твое ГП. Ну, у ДК алкофласки. Упала алкофласка. Я не знаю, я уже ничего не хочу говорить про фласки, это у меня уже напрягает. Просто я тоже не буду ни хлопить. Перед нашим пулом, блядь, мне кто-то говорит фласки, 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 блядь. Ну вы чё, блядь, я не знаю, детский сад, нахуй, голубой вагончик или чё? Заебал ты тоже, нахуй, с этой хуйнёй, заткнись, нахуй. Блядь, я не знаю, вы дохуя успешные ДПСеры, что вы ЛК пьёте? Нравится людям, видимо, подольше боссов подамажить там. Не, просто могу сейчас себе снять быкофласку и выпить на 100 севера, на похуй. Я думаю, тут никто не будет возражать, видимо, против этого. Типа, что я должен тратить? Это не рестается, да? Друиды хила, как у танка, блять. Ладно, один с усилками в ХП, наравне, как со вторым друидом хилит. С настоем севера. Это втордружкам очень неприятно. Не знаю я. Чё там неприятного? Явно можно хилить больше, чем танк. Ну, это что было сейчас? Мне просто босс спулился, сорян. Глючит, блядь. Все тут? Кирюш, сам-то выпей фласку. Тоже уж. Уже у меня второй раз кончается тут, блядь. Короче, все были готовы. Мобы идут. Так, 85. Имминент. А, блядь, возле друида стою, а меня не хит. Выносим. Следующую в милизону одну панику. ЦТЛ под босса. Ну ты нормально на маге прыгаешь, блять. Борис, ты не активный, пока, блядь, что-то понятно. Могу вернуть. Давай, давай. Почему мобы доходят до босса, блядь? Я сейчас сброшу. Потому что все РДДшники с той стороны? Да, вот тут вот стоят три пацана, им нормально.
что там, фаза, не фаза. Выносим. ГКЕ камушку. Выведите босса с луч. Все, я Винстона Эрис. Камушка, твои тексты, Джесси. Хотать, хантов. Вносим дебаф. Защитан, камушка. Эля, резай, преста, преста. Снимите яд, пожалуйста. Куда ты ко мне бежишь? Сидел. А, это выстрел гидры был. Лол. А вот кто тебя приступил? Камушка? Как я его убила? Я выносила. Все, все, там второй кто-то был. Я на нике просто видел, я не смотрел, как его выносит. Сам хилил, блядь, за собой пытался уследить. А что мы теперь ролим, типа... Вот так вот все? Нет, отказывайтесь. Да, там на маунта, на воронку люди нажали. Да, удачи. Удачи, пускай тыкает. Сейчас мастер лут просто подставится и все. Вы ничего не мастер лут стоит, так что не парьтесь. Не рольте пока коня, а то прокси опять вылетел. Ноль. Летим, ренегаты. Кто-то может сумонить Коку быстрее. Ничего не надо уже. Даже не в тему сейчас было вообще. Прикажите взять и замутать человека. Чё это? Есть немного. Я просто все поймать не могу вовремя свернуть. А ты не видишь, кто это делает, что ли? Я вижу. А кто? Возьмем, замутаем на недельку. Подумает. А у тебя не работает этот тултип Дискорда, когда в игре, что ли? Я выключила. А. Мешает. Нет, тут же можно типа сделать только активное, отображается в уголку удобно. Смотришь. Это тильт делает. У нас два тильта, который из... Ну, который явно в рейде. Там паролог. Короче, Void в ДД.
По танкам слева направо, от дальнего к ближнему к рейду. Сначала стоит пиво, потом Шилдмейден, потом Горис. То есть Горис второй снимется и будет нас в декурсе. Все, я отошел, АФК. Дочистите и суманете. Портал тыкай, не бегай вокруг. Портал. Мы в инсуму не можем. Смотрите, как вариант. Пускай учится, если остается постом магом, то дает портал, как только расстраливается. ЕП будет. Рерольнича, Эрис и Шилдмейден. Ты не изучил, надеюсь? 86, Эрис, роль. Ну вот, а дашь Эрис чарку? Там получишь, напишешь мне. Пойдемте. Не спим. Идем трэш чистить. Силов нет, по-моему. Ага, появились. Садимся, Бирст. Не лежим. То, что с трэшем можно брать, мне нужно. Где 10 человек, у тебя лихо крутится?
все здесь черти, типа, адекватные, тебя капу пробить нужно. Там ЧБ дали для того, чтобы можно было подбить капы. По характеристикам на ОБТ персонажи хуже, чем здесь. Кого там почистил? Стояли, отошь, это рогалик воронку. Я просто не увидела. Я там забагался. Да, получается так. Ебать ты лох. Даже здесь не портануло. Ты понял, сила какая у меня. Так, еще раз. Танки вы запомнили, как вы стоите слева направо? Да, я первая. Вот, нет, на тебя метка. Ты второй стоишь после пива. За меткой бежит Холипал и второй танк. Холипал становится между танком, между платформ. И под падение отбегаешь вперед, если что. Чтобы под себя не стать, чтобы ты потом спокойно стоял хилем. Прям мне забегать на второй фазе на это? Или там что? Чего? Или ты на первой фазе типа за мной бегать? Я не на тебя хотел, погоди. А. Не скрипи. Вот сюда. Жесть, ты тут? Надо закончим. Сейчас возьму. Там наверху пока будем бить первого, если что, с нас снимешь, и пока танчит Горис Эрис, а потом с Эриса Горис снимет. Ну, а Мах на перифазе там на себя заберет и глыбы скинет. Hit you, mom. Пока бежать будем. Не забирай там только процентов до 30 хотя бы. С меня на первой фазе. Так, еще один чек. Жести надо сумануть, он вроде подтвердил. Она пока что видит. Вроде подтвердил, нет? Или у меня забагало? У тебя забагалось. Понятно все. Ну его кикнуть и стартанем. Давай. Так, босса водить начнет вар. В него на пол есть что. Кто будет диспелить? Сейчас диспелит Горис, потом наверху первых два Феникса диспелит Эрис. Потом с тебя снимет Горис. Даю отсчет. Держим все в фокусе босса, запоминаем, чтобы потом на перифазе видеть.
милики отбегают в начале коста назад все вместе. Шли. Трэш свичи, замедляем его. Пачка идет дальняя, ее надо замедлить. Ну это, ну ладно, протаскивает один, пока идет. Чуть тащи. Пачка идет. Падение. Пошли. Хорошо, отходите. Цитаэль Гикае. Камушка Хосе. Камушка. Падение. Жившее пламя пошло. Да ёбаный рот. Контроль, контроль. Чуть оттянитесь, падение скоро. Гимн ХП. Падение пошло. Кучу, кучу. Вышли. Ну, милики где вы там? Теперь я что, надо переводить? Верните меня на босс. Пул ДПС. Умени Войд. Ой, не Войд. Ой, кто-нибудь, короче. Еще выходим. ПР дайте. Короче, я пойду к дальним танкам. Хотя там... Горис, иди на дальнего, Шилдмейден встанешь тут на второго. На второго? Тут танчит любой милик. Смотрим, где усталость, слабость. Усталость — это Фир, отворачивается от него. Танчит Ро... Кто? У меня ебучий Фир на первой. У нас слабость. Так, последний Фир. Рогу резнуть есть, Преста. АПД. Перес. Падение, милики, КДД. Артур, поди спать. Без разницы. Салута нету. Она. 5, 4, 3, 2, 1. Камушка. Вот стейль диспелит. Кейт, дамаж, контроль. Стейль диспелит. Надо как-то замедлить. Нет?
ГГ, короче. Куда все люди вышли нахуй с рейда, я не понял. Было столько народу. Сова была вроде. Куда она попала? Эрис ушла, ей надо было срочно встретить кого-то. Есть. Я же сам сплю, сижу. Может, ты спикнешься в этого Велима? Походу, да. А я в хила? Давай. Да зачем тут три хила за глаза? Хила хватит. Ну, ну, с таким убийством Велимов вообще трех хилов, блядь, не хватит нихуя. Ну а кто на первой фазе той же Эльмов бил вообще этих? Не знаю, у меня ощущение, что там все прошли, блядь.